Бойцы Национальной гвардии Украины уничтожили самоходную артиллерийскую установку, которую российские оккупанты разрушили Павлоградский мост и обстреливали город Северодонецк Луганской области. Об этом в телеграм-канале сообщил глава Луганской администрации Сергей Гайдай. Уничтожить установку помог российский журналист-пропагандист Александр Коц. Именно в его репортаже было указано место расположения установки. Представляем вам эпизод из репортажа журналиста и уничтоженную артиллерийскую установку оккупантов. Нет смысла сопротивляться сейчас. Войска Луганской Народной Республики из 240-миллиметрового миномета «Тюльпан» уничтожают мост, который соединяет Северодонецк с Лисичанском.